Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Cars of For Sale симулятор по продаже машин. А мне оказывается, офис был открыт. У меня еще, оказывается, есть неоплаченные какие-то счета. Давайте посмотрим, сколько стоит. Охренеть! В смысле? Это что такое 40 тысяч? Это что, налог какой-то? Подожди, давай пока платить не будем. Я отправляюсь. Автомобильный рынок сегодня закрыт. Это что за счета? Я в прошлой серии хорошенечко так заработал денежек. Офигеть, 40 тысяч? За что я должен платить вам 40 тысяч? Налоги, что ли? Я не пойму. Мне нужно тогда подзаработать. 14 тысяч это дешево. Мне нужна дорогая тачка. Самая дорогая тачка на районе. Вот это мне нравится. Опа, это что за персонаж новый? За 20. А, давай сторгнемся за 17. У меня денег нет, мне сейчас еще налоги платить. Подумай. О, нифига. 3 косаря. Я сбавил 3 косаря. А, следующая вот эта тачка будет тогда. Сейчас я на всю котлету закуплю. За 8. Иди нахер. Это слишком дешево. Мне за 8 не надо, мне... Вот, смотри. Вот это будет офигенская тачка. Мужик прям дергается, сидит. А ну, почем? 19. Ну, дешево, дешево. Давай тогда за 15 тысяч я тебе ее куплю. 19. А. Думай, думай. А, интересного. Да, без проблем. 16. 16 тоже интересно. Да. Угу. За 16 мы продали. Отправляем ее. Мне нужно еще дороже. Это, наверное, драндулет какой-то, блин, Лада Гранта. Давай, ну, посмотрим. Сколько? Двенашка. Блин. Ну ладно, давай торгнемся за 9500. Ладно, фиг с тобой, 9500. Дешево. Неприемлемо. Ну, давай за 10, ровно. 10 тысяч. Нормально за 10 тысяч? Я не хотел психовать, но, к сожалению, у тебя получается играть на нервах. Иди нахер. Давай еще раз. 12. Торговаться за 11. Если нет, то... Это что-то странно как-то. Все. Купили мы эту машину. Может быть, она и правда какая-то крутая. Давай посмотрим информацию. Да, смотри, повреждений нет. Окрашено только две части. Только что загрязнение у нее есть. Ну, загрязнение мы сейчас ее отмоем от загрязнений. Ну, вообще, смотри, аж белеет на глазах. Где тут еще грязь? Оказывается, здесь на районе еще мыть. Это когда ты покупаешь машину, когда она твоя, ты тогда можешь ее мыть. А так фиг. А где еще сверху грязь? Ладно, так как это убрать? Убираем, садимся в тачку. Главное ее не разбить по дороге. Что я могу сделать? В принципе, легко. А, давай немножко покатаемся. А, тут тупик, смотри. Ладно. Где тут район-то начинается? Блин, нафиг я сюда зайду. Может быть, здесь еще машинки стоят? Какие-нибудь дорогие. Опа, 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 опа. А, нет, это дешевая тачка. Здесь где-то прям вот дорогие стоят. Но это тоже дешевые машины. Ладно, давай вот это посмотрим. Сколько это стоит? Здравствуйте. Мне нужна машина ваша. 38. Ой, хорошо. Ой, хорошо, за 33. За 34. Ладно, фиг с тобой. Явно ее не устроит цена. 4000 мы скидываем. Да. А, очень какая-то странная, почему-то дорогая машина. А, давай посмотрим, что там с ней. Ну, хотя она вон, у нее загрязнение есть, а, и окрашена. И не знаю, почему она ее так продает. Где грязь? А, давай сразу мы будем тогда мыть машины уже здесь на месте. Потому что все-таки вода здесь будет литься и грязь какая-нибудь есть. Это тут у меня уже отмыт. Поэтому эту тачку мы отправляем
назад к себе. А, может быть, эту еще купим? Может, она еще дорогая, кстати. Почему-то здесь дорогие какие-то все машины. В каком-то закоулочке. А, нет, 7 тысяч всего лишь. Ну, купить или сторгануться? Давай, давай, сторганемся за 5 тысяч. Мы ее купим. Если она продаст, то купим. Если нет, то нет. А, неприемлемо. Тогда давай за 5500. Подумай, пожалуйста. Да. Если вы продолжите пытаться... Иди нахер. Да нахер оно мне надо такую машину брать. Ее еще потом продашь. Она очень будет дешево стоить. Цена покупки дешевая. Поэтому она и сама будет дешевая. О, уезжаем отсюда. Домой едем. Ой, что-то смотри, колеса у нее крутятся. Опа. Колеса что-то у нее крутятся странно. Это не очень машина. Это не нравится. А это что за дом такой старый, смотри. О-о-о, смотри, надгробие такое первый раз вижу. Давай объедем. Это дом какой-то сгоревший с надгробием. О, блин, а как я не хотел по надгробию ехать. Это я нечаянно. Ну ладно, посмотрели да посмотрели. Нам пора срочно домой машины продавать. В офис. Поэтому сейчас мы разгоним. А, давай дрифт проверим ее, что. А, фигня, короче, не умеет она дрифтовать. Ох, смотри, сколько я машин купил. 3 штуки. А, и на 4-й еду. Вот это вообще какая-то убогая машинка, пипец. Это просто с чем-то. Почем я ее купил-то? 11 тысяч. Ну, понятно, что она такая странная. А эту тачку мы мыли или нет? Нифига, она грязная. Либо она загрязнилась, пока стояла, что навряд ли. Потому что я сейчас другие проверю. Нет, смотри, это тоже грязная почему-то. Это типа, может, лайфхак такой? Нет, смотри, вот это мы мыли точно даже. И она у нас чистая. А я думал, что я все машины мыл. Оказывается, нет. А, садимся. О, смотри, а почему я только белые тачки купил? Офигеть. Только сейчас это заметил. Это дорогая машина, поэтому нужно аккуратно. За 30 с чем-то. А нет, серая вот здесь стоит. Сейчас мы припаркуемся. Красиво. Оп. Есть. Движок выключаем. О, она прям вообще красивенькая. Кроме вот этой вонючки. Надо ее быстро продать. Вот еще беленькая тачка. Так. Назад. Мы ее сейчас сюда поставим. Оп. Прям возле выхода. Да. Ух ты. И вот эту машину. Вот это прям вообще дорогая Лада Веста. Ой, какая она крутая. Ох, она дрифтит даже, прикинь, на месте. Так, у вас очко навык. А в смысле очко навыка здесь еще получил? Мне кажется, эти тачки две одинаковые, нет? Оп. Глушим. И выходим. Смотрим. Да, это две одинаковые тачки. Офигеть. Смотри, как бизнес попер-то у меня. А? Бизнес попер. Сколько машин, а? Вот эти прям мне очень нравятся. Давай быстренько выставляем на продажу. Фотографировать я потом сфоткаю. Dodge 17 тысяч. Так, это фиговая машина, да? А что-то тоже не очень. А где же дорогие-то? Это тоже дешевая. А это? А, ну это самая такая интересненькая машинка. Кая. Кая. Два Dodge, одна Audi, другая Кая Камри. Toyota Камри. Вот это что, Toyota Камри? Или что? Или вот это Toyota Камри? Фиг его знает. Ну, я надеюсь хорошенечко подзаработать сегодня, ребята. Это просто мне нужно... Есть один покупатель идет. Подожди, вонючий покупатель, я хочу тебе... Я хочу машинки свои сфоткать на память. Ах, ладно. Что-то они все не влезли. О, блин, сохраняй. И этот придурочный там стоит. Прикинь, он мне мешает сделать фотку. Привет. За 34. Это дорогая тачка, давай за 60 тысяч.
58. А, торганемся за 60 тысяч, я ее хочу продать. Я просто так сказал 60 тысяч, если что. Есть. О, ты что, тоже хотел эту тачку? Иди гуляй. У тебя на нее навряд ли бы были бы деньги. А, нормально, мы заработали. Мне нужно долги оплатить, поэтому давайте хорошенечко мы это машинки-то купим подороже. Ох, нифига, за 30 тысяч. Давай за 33. Я думаю, ты за 33 тысячи купишь ее. Давай, 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 думай. А, есть. И это же ешная сестра. Эту же тачку тоже за 33 мы ее продадим. Прикинь. За 30. А, за 33. У тебя сестра-близнец тут только что была. Тоже за 33 тысячи купила. Ай, замечательно. Ты куда пошла? Мне бы еще эту продать машинку и все. Ребята, ну бизнес попер. 30 тысяч. Мне нужно эту за 40 продать. И тогда я отдам налоги и заплачу хорошенечко. Опа! Идет, идет. Ну это бомжик. Он, мне кажется, навряд ли что-то сможет ее хорошенечко купить. А, здорово, бомжара. У тебя, наверное, денег нету. Давай за 44 мне нужно. За 16, я же сказал, дурачок. А, давай за 18, хер с тобой. Мне налоги платить надо. Есть. Ах, кто-то там шел, ну он ушел. Ну ладненько тогда, ребятушки. Давайте налоги-то свои оплатим. Это что у нас, веб-страница, счета. А, 40 тысяч. Блин, как жалко. Как жалко этих денег, которые я так... 280 тысяч, мне даже не 300 ровно, блин, ну ладно. Ну что, на этом будем заканчивать ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в новых видео. Всем пока.